Для Александра Пуримова участие в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси» – возможность помочь. В планах у молодого человека создание целой методики, основанной на светосигналах. Первый шаг – игра света, специально сконструирована для работы с детьми с особенностями развития. Полезный проект специалист по сенсорной интеграции представит в номинации «Общество и социальная сфера». Изобретение уникально на 100%. Экземпляр единственный в мире. Благодаря нему можно создавать ритмический ряд и выполнять нейроупражнения для развития мелкой моторики. Светящийся балансир предназначен для тренировки руками и ногами, плюс можно совмещать. В зависимости от сложности задания, целенаправленная вестибулярная нагрузка не только благоприятно сказывается на физическом состоянии, но и стимулирует разные области мозга. Разработка проявляет себя на отлично. Балансир, вестибулярное, проприоцептивное, тактильное ощущение – это основа сенсорной интеграции. Поэтому я и выбрал такой способ. То есть я привлекаю их внимание, и, соответственно, дальше уже идет следом интерес, мотивация, концентрация, а дальше уже при моей подготовке они могут дальше работать и с логопедом, с дефектологом, психологом, уже работать над речью, над мыслительными функциями и прочим. Есть еще специальное приложение для этой игры, чтобы было понять, куда ставить руки или ноги. Интересная вообще эта игра? Полезная она? Да, она полезная. Я для развивания мозга. Центр дополнительного образования детей и молодежи гордится своими учащимися. В учреждении постоянно появляются на свет десятки проектов. Безопасный перекресток, электронная энциклопедия «Родима», обучающий тренажер «Юный спасатель» – лишь малая часть громких достижений. Принимаем участие с огромным энтузиазмом. В этом конкурсе добиваемся высоких результатов. Всегда наши проекты проходят на область. Жюри высоко оценивает качество наших работ. Очень здорово, что в нашей стране существует такой проект и дарит возможности молодежи сегодня проявить себя, предоставить уникальные проекты, инициативы нашей стране. За 13 лет республиканский проект «100 идей для Беларуси» стал брендом страны, инновационным двигателем прогресса. Почти 3500 задумок воплощены в жизнь, и это только начало. Синёк и с радостью готовы поддержать талантливую, амбициозную молодежь. В ней будущее государства. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.